Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 16 февраля 2023 года. Сообщают о том, что россияне активизируют авиацию. Российские военные решили массово применять авиацию в Украине, сообщает «Медуза». Ссылаясь на источник, близкий к Министерству обороны Российской Федерации, издание сообщило: раньше авиацию берегли, она почти не залетала в зону действия украинской ПВО. Сейчас решили изменить тактику, утверждает собеседник издания. Он ожидает, что при новой тактике авиация понесет тяжелые потери, но все равно доставит проблемы вооруженным силам Украины. Ранее представители западной разведки сообщили, что Российская Федерация стягивает авиацию к границам Украины. Я буквально сообщал об этом вчера. По информации Министерства обороны Великобритании, Россия с начала войны потеряла в Украине 130 военных самолетов, при этом у нее осталось около 1500 самолетов с экипажами. Поэтому Россия имеет неоспоримое преимущество в воздухе. Такая обстановка на сегодняшний день. В Одессе все спокойно. Как будет появляться какая-то информация, сразу же буду сообщать. Берегите себя, берегите своих близких, не забывайте подписываться на канал. До встречи, всем пока.